Привет! Привет! Как делишки? Все хорошо. Как у тебя в школе все прошло? Не очень. Почему? Такое ощущение, там сегодня как будто бы меня не было. Там никто вообще не обращал внимания, только если Глеб и Дарина. Ну, это ничего страшного. Покажи свой рюкзачок. Ух ты! Как зовут твоего рюкзачка? Тоша. Класс! Тебе нравится? Я его назвал Тоша, потому что я его буду кормить только картошкой с сыром. Да? Ясно. Какие у тебя уроки были сегодня? У меня сегодня была математика, как же без нее, азбука, ну это понятно, и это музыка. А чем тебя кормили? Меня сегодня кормили омлетиком. Все, помаши, всем пока-пока. Всем пока. Привет! Как дела? Пойдем, рассказывай нам, как у тебя дела. Покажи нам человечка, как его ты сделал. Ну, как сегодня у тебя дела в школе, Максим? Сегодня все у тебя наладилось? С тобой играли? Играли с тобой? А чем кормили? Чем тебя кормили? Ну, макарошками, наверное. Ты на нас смотри, когда отвечаешь. А то мы так тебя не видим. Но в целом все хорошо? Ну, в целом все хорошо. Физкультура была? Физкультура, да. Ну, все, супер. Ты был в шортиках? Я был в шортиках. Ну, отлично. Помаши всем пока-пока. Всем пока. А еще... Нет, окружающего не было. Учились вы писать? Ну, в тетрадке в косую линейку писали вы? А, покажи мне человечка, какого ты сделал. Ну, класс. Ты даже в школе лепкой, да, занимаешься? Да, в школе. Тебе нравится? Мне нужно будет принести черный пластилин. В школу? Ну, да. Ты весь израсходовал? Да. На свои поделки? Да. Ну, ясно. Но тебе нравится в твоей школе? Да. Вообще школа нравится? Да. Ну, супер. Все, еще раз всем пока. Всем пока. Привет. Как делишки? Все хорошо. Пойдем потихонечку. Пойдем. Чем вас кормили сегодня? Нас сегодня кормили. Чем-то шоколадом. Картошка. А чего забыл в шоколаде, Макс? Тебя кто-то угощал? Нет. Шоколадный сок пил. О, шоколадный сок. Что у вас картошка с мясом? Thank you.
Как дела? Все хорошо. Чем тебя кормили? Рассказывай. Меня сегодня кормили? Да. Кашей. А где твои ботинки? Забыла. В школе? Нет, не в школе. За Кену пойдем тогда быстрее домой. Все хорошо у тебя в школе? Да. Это ты так спешил домой, что забыл ботинки переодеть? Да. Ну ты даешь. Ты дойдешь так? Да. Ну давай пойдем быстрее. Маши, всем пока. Всем пока.